Всем привет, с вами Андрей Сонар, пробежечка по производству. Сразу странные изделия. Тут какое-то двойное кольцо, которое, скорее всего, превратится в какой-нибудь батут. А вот что это, вот для меня и то загадка. Наверное, это противотанковый еж против надувных танков. О, а вот здесь моему бигфишпаку сделали усиление с помощью ТПУ-пленки, чтобы сделать его полностью неубиваемым. А это волосатая тряпка. Почему волосатая? Потому что вот. И эти ниточки прочно соединяют верхнюю и нижнюю часть. Можно получать плоские изделия. Это станок, который сваривает токами высокой частоты. Чтобы какую-нибудь одну детальку приварить к другой, он буквально за доли секунды это делает. Вот здесь лежат изделия из аэрдека. Это заготовки сидений Фиштрон. Это моя личная крокозябра для испытаний. Любой формы, любой толщины. Вот здесь используется там толстый аэрдек, 20-ка. Вот здесь 15-ка используется, в сидушках используется 8-ка, 10-ка. Насколько она плотная, в плане, там, не знаю, траву положить на по карту? Прочности она прочная, она выдерживает достаточно издевательское отношение. Там слой ПВХ примерно 1 мм толщиной. А, это ПВХ идет. Это ПВХ, да. Вот здесь проводится сварка горячим воздухом. Это станок, на котором варятся все корпуса лодок. Тут можно даже руки погреть. А, тепло. Вот здесь конструкторская. В конструкторской подозрительно пусто, только вот главный конструктор есть. Конструкторы придумывают всякие оригинальные изделия. Отдел технического контроля. Готовые изделия проходят полную проверку, после этого упаковываются и отправляются клиентам. А это аттракцион «Поролоновая яма». О, так это та самая пара байдарок, которая преобразуется в один катамаран. Привезли очень интересную тележку для перевозки всяких-всяких разных плавсредств. Сейчас мы ее посмотрим и даже испытаем. Шесть с половиной. Списка одного колеса, потому что там где одно проедет, два уже никогда не проедут. Это да. Ну вот ступенечка. Это для нее даже. Ну да, да, да. С таким диаметром колеса это точно не ступенька. Ну вот тут уже посложнее. О как? Надо, чтобы руль пролез. Пролез? Должен пролезть. Да, все хорошо. Так, теперь лучше вот здесь. Так. Тормоза. А, то есть ее можно и тормоз зажал, заблокировать. Нажал, кнопку отпустил, и все, колесо ага, уже не едет. Ага, это, вот это да, это здорово. О, как! А ну, нет, ноги туда, на платошку. Ага. Все, то есть. Как бы у меня вообще никакой нагрузки на меня нету, я могу спокойно там. Да.
покатушки по узким местам цеха. Если надо развернуться, можно назад. Может даже на месте тут развернуться, да? Да. Вот такая вот история. Вы можете даже нажать немножко прям как на спинку, да, вот прям почти лечь. Условно говоря, можно вот расслабиться и получать удовольствие от путешествия. Вот она правая, у меня расходится. Она ко мне привязана, то есть она не упадет по-любому. Налево, все, вижу. Так, сейчас прям туда. О, ступенька, то, что надо. Ничего страшного, она не чувствует ступенек, эта штука. Ну, просто чуть-чуть руль наклоняешь, и теперь можете вставать. Ну да, все, переступайте, просто через руль. Все, то есть на такую ступеньку с человеком заехать не проблема. Как ощущения? Ну, все, нормально, не прогибается? Не, нормально. Ноги, да, на подножке. О! Все. С вами был Андрей Санар. Всем пока.